Главное – правильный настрой. В Химках в 12-й раз прошли отборочные испытания для участия в спартакиаде «Здоровый дошкольник». Почти 60 детских садов округа всю неделю боролись за звание самых сильных, ловких и быстрых. Один из этапов – в школе номер 27. Готовы победить? Эстафета. Большие мячи прокатывают по паркету, маленькие на скорость собирают в корзину. Следит за правилами Елена Очнева. Судья соревнований, занимается с дошкольниками физкультуры уже 20 лет. Знает, как привить детям любовь к спорту. Своим примером, в первую очередь, на своем опыте показывать, рассказывать. Когда сдавала ГТО, я сама с ними вместе сдавала. Если мы там делаем какую-то гимнастику, я вместе с детьми делаю. На улице играем в футбол, я могу тоже играть вместе с детьми. Кире Смицкой 7 лет. 3 года из них занимается спортом. Плавание, коньки, лыжи, всей семьей по выходным. Я люблю спорт, и мне нравится вообще акробатика. А ты занимаешься? Сегодня у команды Киры есть повод для радости. Первое место. Наградили ребят депутаты и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Красиво, задорно, детям интересно. И, наверное, чем больше таких будет программ, тем мы больше будем гарантировать, что у нас вырастет здоровье населения, что население нашей страны будет успешным, будет добиваться больших результатов, если мы этому учим с самого детства. Победившая команда, 27-й детский сад, примет участие в финальной спартакиаде. Она пройдет в спорткомплексе «Родина». Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.